Фестиваль «Военная песня» прошел в гимназии номер 16. Исполняли знакомые всем мелодии первоклассники. А в качестве жюри выступили дети войны и ветераны. Именно для них школьники не просто спели песни, а устроили целые театрализованные представления. Ветераны и дети войны. Они и главные зрители, и члены жюри. И именно для них в гимназии устроили предпраздничный концерт. Валентину Зубаштанскому перед началом Великой Отечественной было всего 3 года. Так что на песенном фестивале он побывал не только в качестве гостя. В номере 1Б он стал одним из главных участников. И о своем впечатлении говорит однозначно. Очень понравилось. Мне нравится сама постановка воспитательной работы. Дети с 1 класса. Учат патриотизму, любви к родине, ну и самое главное, конечно, любви к России, к нашей. В гимназии это уже традиционное событие перед 9 мая. В этом концерте приняли участие 6 1-классов. Главная цель фестиваля, по словам организаторов, – воспитание патриотизма с самых ранних лет. Всех ветеранов чтит страна за то, что защитили Русь. Горжусь прабабушкой. Это, по-моему, единственное мероприятие, на котором дети действительно понимают, что делают. Вот они настолько прочувствовались вот сегодня на концерте. Даже на репетициях, когда пели, они понимали, о чем пели. Они понимали вот всю тяготу тех тяжелых лет. То есть понимали о том, как трудно было во время войны и взрослым, и детям. В завершении фестиваля «Военная песня» всех участников наградили грамотами в разных номинациях. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.